Чего у вас тут? Ты пришел? Я-то пришел, но не знаю, успею. Что не знаешь? Я только половину перетаскал. В смысле, ты сейчас не будешь играть, что ли? Да я захожу отдышать, это надо ли. Ну ты будешь отходить или в рейд пойдешь? В рейд пойду, после рейда пойду до тоска. А что вы думали за систему рангов? Потом о системе рангов. Короче, у меня два слота. Шейпер там через минуту сказал, Лемом зайдет. Ты кем будешь заходить? Варом. Давай, заходи. Всем привет. Здорово. Фулл рейд, если что, тут люди афкашат по какой-то неизвестной причине. Локи, один лок стоит в инсте. Чисмара, ты зашел в Дискорд? Вот, наконец-то поставил камень. Этот шкаф. Да. Да, здесь. Я надеюсь, ты не принес. Есть. Мастер, давай спекни, я послабляю. Меня танка нет. Там нечего, я поддаю. У нас кинзя поедет, по ГП идет или тоже пару?
ты можешь сделать голос по активации голоса, а не по кнопке? Вот, тебя просто никто не любит, блядь, пиздишь много. Нет, мне надо, чтоб я когда зашел во тьму, я бы сказал, когда другим заходить. Тебя так и так услышат. А я кем? Ахаха, блядь, могу сразу идти сранью страдать, это фир даете, то еще что-нибудь. Фир дам для того, чтобы сдать каст. Там хп оставалось 100 тысяч, но сбили от каста, да, столько. Викторка, я когда давал фир, у босса был 700 хп. Че ты мне говоришь за 100 хп? Суманите меня. Ну, он всегда в рейды хлевает. Я же говорила вам много. Какой у него класс? Рока. Ну, он может и на босса хлебнуть, блядь, везде. Чё-то одни роги, блядь, у меня в час уходят, ну. А мой рога у тебя в час? Ну, он пока не в рейде.
ДК поддержишь? Я вытяну тебе командира. Пристами хуёво у вас. Чё ж он так, сука, часто кастует-то на? А мы типа сильные, прям две пачки с двух сторон душим. Тут много новых игроков.
Ашки, почему на мне 10-минутная каска? Минутной каски. Рыба, не рыба. Поставь каску, пусть дадут, пожалуйста. Поставь каску. На друидах есть каски. Цирк приехал. Нет. Сильнее страдания. Разуй глаза, мудак, нахуй. Балтар не оставляет живых. На как там тут? Сильнее страдания. Ну меня охуенно так. Ну, блять. Кем, блядь? Да я упал. Я пока не попробовал. Недружелюбие, хил. Умер танк.
фул прожима, да? Болтар не оставляет живых. А чё ты миликов не отправишь покурить? Чтоб они не... Потому что это конченая тактика, ну. Конченая? Да? Да нет, там дохуя стоял, когда одна копия была. Это я просто ебал меня, блядь. Стало так, что меня прям под вихрь кинуло, блядь. Кто же знал, что будет вихрь прям в каст, блядь. То самое чувство, когда вдруг перекинули Холли Палов, серьезно. Что? Да-да-да. Да, мне без разницы. Давай попробуем. Мосс зайдет, подожди. Цирк приехал.
Ой, кикни нахуй этих двух ДК, что там стоят сзади. Ебать, вы оборачиваете нахуй, опасно, куда убить? Закрывайте его, дал пизды. Танка друг Берники. Можно третий Геру. В мире хватает героев и без тебя. Дайте Геру. Зачем ты ее снял с меня опять? В мире хватает героев и без тебя. Он у меня забрал копию какую-то, но хочет танчить, пусть танчит. Ну, на противоположное от меня вообще-то. Болтар не оставляет. Подбеги сюда. Рейс ловил. Болтар не оставляет живых.
Только не заведите их нахуй. Ну, прожимку я дал. Смотрите. Как это могло произойти? Какое анестезирующее? Не, я позже. Так на прошлой неделе. Я даже в одну не верю. Все так бабки будут снимать. И кармана. Это то же самое, во что верить, что этот, блядь, что молитва спасает от болезни. Реально, блядь. Не болею, блядь. Короче, запизделись. Запизделись с этими болезнями. Хватит, давайте по волку.
Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Это я. Может, даже шаману убрать. Броню режет в ноль. А, это нет. Я думал, ты про генерала. Да это я 4 отдам. Пусть второй ДК отдаст. Да.
Да, пусть дроида захотают только и все. Да я знаю. Нет. Мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Мега диспеллеры нах. Соли. Если посмеете. Выходи. Чё по Гере? Ближе к кустам, Борн. У кого-то там стоит. Скоро третья фаза. 2%. Остерегайтесь теней.
портал. Ну короче, Алиса не хилила микстурку, он умер. Она не прохилила просто. Ну БР же есть. Чё БР, блядь, тут все уже умерли, на. Дай мне кого-то посильнее хила наверх, просто, да и все. А Алиса там соло была? Я вышел, там танк был на 10%. Я дал ходу, и он склеился. Я пыталась схилить на ходу, но что-то не очень получилось. А зачем ты бегала? Ну, не знаю, может, там не метка была. Войт, когда метка, блядь, как бы она не играла, нахуй, она не захилит, блядь. Не знаю, Алиса сразу через сказала. Секунд 5 выйти, хорошо. Каску РБУ дайте. Касок нет. А шаманам каски. Вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Одни лодки, сука, в гильдию пишут, это пиздец. Я диспелил, поэтому не выбирал. Блять, не аргрон.
посмеете. Заходи. Прошу. Я прошу. Добро. Постараюсь. Почему? А лучше все сразу нахуй. Земля вот 15 секунд. Есть это на 15 секунд, не прохило это, блядь, не будет. Ты думаешь, он дискорд? Нинк знаком. Готов. Готовьтесь на 2%. Ноль 1%. Выходите. Только не под лицо, теперь выходите. Тима, стоп. Я процентов не вижу. Перед лицом не стоит, кто вышел. Мистурка опять умер. Все прожимки отдал, начали выходить, меня не прохили. Диспельте нахуй. Диспельте метку нахуй, падаем. У меня нет времени на эти глупые вайпы. Тох танк, проблема танка. Новое правило будет. Не прожрался, блядь. Да, хуёво прожрался. Сдох танк, виноваты хилы. Сдохли хилы, виноваты танки. А, Монби, я не слышу тебя. Почему ты зашел во тьму? А когда тебе сказали заходить во тьму, ты что-то хоть написал? Чё вы, не убили ещё раз? О, ты раскипал. Ну что, не замажет. Не. Там полное говно. У него ник только дамажит, а сам он говно. Серьезно говорю, не стоит даже брать.
Чё, как успехи? Заходи, ДД, в целом, ой, в раз. С удовольствием, дай мне аккаунт. Блять, мне все надо. 10-15, я остановлю. Охуенный разброс 10-15, блять. Мне прям это нравится, разброс, блять. Они любят считать свой ДПС трэша, нахуй. Так что его ДПС на трэш разброс 10-15к. Мне покажут, что в соло цель. Младший лейтенант. Я даже на груле в герц только не давал. Я тоже норм ДПС. 2.8. Легко.